И протеин он еще в руки втирает. Всем привет, привет, привет. Как Шабарин ведет. Всем привет, 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 привет. Привет, привет. Погнали. Как Олег Монгол ведет прямой эфир. Привет, Александр. Здравствуйте, дорогие мои хорошие, мои любимые. Я вот не могу понять, можно на два фото смотреть? Сейчас слышно? Слышно или нет? Слышно? Блин, пацан красавчик пишет. Родион Варнавский. Родион Варнавский, подписывайтесь. Красава вообще. Ты просто гений пиара. Ой, ребят, вопрос такой, смотрите, вопрос на миллион. Значит, тема очень серьезная. Уже неделю тянет левое яичко. Это к чему? Кто может диагноз поставить? Кстати, кто может реально сказать? Да. Ну, у меня есть догадки. Может, у кого-то было вот это раньше. Непонятно, непонятно. Ну, я так скажу, кекса у него не было давно. Это по-любому, да? Или когда это прошло уже? Прошло, прошло. А нет, не было давно, это по официальной версии. Ну, 2 недели уже не было. Чтобы вы понимали, для Захариша 2 недели это просто, это крах, это все. Это у него уже тряска в руках начинается. Не, нормально, кстати. Подрочи. Канада, помощь. Пошла жара, бля. Это только начало. Кто-то пишет, ко мне иди. А Канаду как часто надо ставить? Сколько раз? Раз в 5 недель. Раз в 5-6 недель. Вот. А, мне получается, наверное, еще там надо проколоть. У меня 2,5 месяца прошло. Ну да. Так часто поставить, да? Так, он озабоченный, потому что... Я не озабоченный, ребят. А, Сереже передай, что я влюблена в него. Вот аккаунт Мишка 7799 влюблена. Значит, Сергея заходишь Захарьяш. На мой аккаунт. Так. Открываешь директ. Если ты красивая, скидываешь фотки. Если не красивая, ничего не делаешь. Занимаешься дальше своими делами. Все очень просто. Если не красивая, симпатичная, есть душа, тоже можно скинуть. Девчонки, смотрите, какая тут схема. Вы пишете ему директ, и если ты симпатичная, если в тебе есть какая-то изюминка, он в любом случае тебе ответит. А если он не ответил, это не значит, что он там звезду поймал и типа такой зазнался. Там пишут ему 3 сообщения. Может, я скинул своему другу Никите, и он тебе напишет. Он из этих 3 сообщений выбирает и смотрит, ну как бы, ну что-то не то, ну, не зацепило. Поэтому не обижайтесь на этого любовника. Ладно, я не Захар. В Инстаграме, к сожалению, душой не выбирают, как ни крути. Ну, не получится так. Если всех выбирать изначально душой, тогда времени не хватит. Сначала все любят обертку, а потом уже начинают копаться, что внутри есть. Согласен, согласен. Такс. Так, ну, Канада тропина, так понимаю, да, надо проколоть. Здороваться не учили. Здорово. А, то есть новый человек, видимо, сейчас зашел. 1141, и мы сказали, здравствуйте, 1141 человек. Сразу после этого у меня люди стали выходить из прямого эфира. Так, пацаны, какие духи любимые? Давай реально подумаем, какие любимые. У тебя какие? У тебя по-любому какие-нибудь крутые, там, селективы или что-то там. Ну, Том Форд мне нравится, который у меня. И о, еще... у меня сейчас, кстати, Том Форд, какой-то Вуд, какой-то там, что-то лес. Да. И Блэк Орхидеи крутые. А есть еще участница, я брал как-то, Аджмал называется. Я его не знаю, классный, где найти. Да? Это просто бомба, нахуй. Это... Я 3 дня в Магадане потом в шляпе танцевал из-за этих духов. Тёлки дают вообще сразу, просто они нюхают тебя и понимают, что конца в этом нет.
это, надеюсь, не те духи, которые ты в тот раз в переходе покупал. Просто я же сейчас людям тоже буду делиться. Вообще самое любимое блюдо. Самое любимое блюдо. Серега, у тебя какое? Не знаю, я пельмени люблю. Салат Цезарь, мне кажется. Цезарь вообще ровно, кстати, Цезарь. А я вот в любой непонятной ситуации заказываю. О, Цезарь. Я люблю какую-нибудь грузинскую кухню. Точно. Вообще люблю любую национальную. Армянская, дагестанская, вообще вот мне прям вот кавказская прям очень близко. Прям так. Пальчики оближешь. Сколько ты смотришь? 1200. Ебать. У меня такое было, когда я Лили изменил. Дурак. Реально, я помню, там 1500 человек выстрелили. Я думаю, ебай, не тем чем-то на доме 2 занимаюсь. Надо, вот так надо. Встречаешься ведь полгода, потом взял ни с того ни с сего, выебал на день рождения ее кого-то. Нормально. Потом не знаешь, правда, что делать, но в эфире 1500. Вы вообще слышите, что он говорит? Вот честно, вот скажите, вот. Он в прошлых отношениях на день рождения своей девушки изменил. Это вообще. Это что? Это пиздец. Это вообще жестко. Я потом очень сильно сожалел. Надо. Че ж ты так поздно-то это понял вообще? Поздно, я тогда уже через день понял. А когда ты залез уже на другую девку, да? Не, когда уже слез. Я такой сижу, понял, что что-то, как говорила Софиева, что-то пошло не так. А, ты же не был при этом. Да, я не был. Я не буду вам рассказывать, это вы посмотрите во вторник в эфире, там островное шоу. Коронное слово Яны Шафеева было последнее. Что-то пошло не так. Это было очень смешно, честно. Очень смешно. Захар кричал, как сумасшедший. Так, первый старт. Первый старт. В сентябре. Не знаю, числа 10-го, может быть, на Бикини Старс в Питер, а потом уже в Барселону на Арнольд Классик. Потом, может быть, еще один турнир. Вот, как-то так. Какие у тебя амбиции? Ну, честно, я надеюсь. Я вот оцениваю свои шансы. Я знаю, что я могу подготовить форму прям вот такую конкурентоспособную. То есть сейчас вот не то, но месяца мне хватит вот прям вот там за глаза, чтобы все подправить. Они же там пидоры, пиздец, эти европейцы. Я знаю, мне рассказывали, они там брови подкрашивают, глаза. Там вообще все, да, да. Там вот прям все настолько. Да. А турки даже подрисовывают себе эти, как там, где кубики, они там тени себе подрисовывают. Так можно? Нет. Они там просто там как-то визажистом там еще подрисовывают, прикинь. А, четенько, да? Да. Чтобы хорошие тени были. Виниры, да, согласен. С моими кривыми зубами. Но сначала брекеты поставлю. Такие прозрачненькие, аккуратненькие. А потом уже. У меня зубы. Доктор Кураф. Да, кстати. Надо отбелить, правда, чуть-чуть. Ну у него ровные. У него он капы. Эти как и лайнеры носил. Прям четко. Ну ничего, я займусь. Сразу же нельзя виниры поставить. Надо сначала выровнять их. А тут такой забор, блин, равнять, не переравнять. Долго можно носить, когда 1.5-2. Ничего страшного, поношу. Я даже, кстати, не парюсь насчет этого. Мне вот полгода тяжело было. Ну, правда, видишь, мне их надо постоянно снимать, чтобы есть. Они грязные становятся, когда вы ставите эти брекеты, там попроще. Капы, кстати, прикольные брекеты, прозрачные. Да. Видишь, как улыбается нормально так? Ну, издалека не видно. Издалека да. Мы все красивые. Да? Не, ну я-то изблизи красивый. А я вот, блядь, хуй пойми, конечно. Володя такой, блядь, вот этот нос. Не, ну очки четко. Прям все скрывает, понимаешь, пол лица. Вот это четко. И взгляд вот этот ебаный скрывает тоже. Кучеров мне вчера пишет. Серый, я пошел в клуб, жду. Я говорю, как бы я сегодня не собирался. Он говорит, не твори хуйню, давай приезжай. Либерец Кукачев тебе прессует, значит, вот так по сообщениям. Да. Не гони, говорит Серый. Не пошел в клуб. Не гони. Ну, Канаду же тоже, да, часто нельзя ставить? Не, нельзя. Там, я же говорю, период, там 6 недель. Едем.
машину у Сергея. Это не моя, ребят, смотрите. Он взял в аренду. Это машина Никиты, да. Вот. Я ее иногда мою, заправляю, обслуживаю. Просто у нас есть доверие. Машины у меня сейчас нет. Нет машины. Но есть доверие. Есть доверие, есть друзья, машины нет. Я понимаю, что как бы все, о чем мы говорили, это полная хуйня. Главное узнать, чья машина. Согласен. И кто у кого сосал. Это самые главные вещи, которые вы должны знать в этой жизни. Потому что без этих вещей ваша жизнь никогда не изменится. Пишут, что научат плохому Сергея Саймона. Ну, ну что ж. Как знать, неизвестно. Для вас, может, это плохо, а для Саймона и нет. Научат плохому. Учитель Сергей Загорьяш. Такой. Каждый человек сам выбирает, плохо это или хорошо. Ну, гэнг-бэнг в этом я ничего не вижу плохого. Вот как, ну, есть и есть. Бывает в жизни. Когда пришли там два друга с девушкой, вот, и девушке оба парня нравятся. Ну что поделаешь, как бы нельзя же одного обижать, правильно? Поэтому нужно, так сказать, продолжить разговор. Втроем. Ну вы поняли, у него две недели уже ничего не было. Да. Может быть, кто-нибудь из тех, кто смотрит сейчас, перейдет на его аккаунт, напишет, да скажет, не надо писать, я сам справлюсь, у меня все под контролем. Я просто говорю, в принципе... Смотри, красавчик, блин, мистер Олимпия 072, Сергей Канада Тропинов, красава. Я, кстати, не такой же химик, как вы меня считаете, я Канада Тропин. Сергей, ты очень грубый, поэтому Саймон рулит. Да, да. Зато я был трунов, настоящий, ебаный. Тру. Не, на самом деле я не грубый, я под настроение, я матом очень редко ругаюсь. Я и так на доме 2 все очень прилично веду, там всех учу, что Милену учу, что нельзя матом ругаться, все остальное. Можно мне хоть здесь чуть сорваться? Пожалуйста. Разрешите? Пожалуйста. Как прокомментируете ситуацию с шабой? Ну довел, как, довел, нажрался и... Ну довела мужика, мужик слабину словил, нажрался, да. Он не прав, и она не права. Когда у тебя проблемы в отношениях, не нажраться надо, а решать их. Вот да. Я тоже считаю, что когда проблемы в отношениях, на дне бутылки точно ответа вообще не найдешь. Вообще любые проблемы... Вообще, да, ни в коем случае нельзя. Только усиливается проблема. Нет смысла бросать. Вот надо, когда хорошее настроение, пивать. Кайфовать. Ого, ничего себе ты ломаешь как. Когда новые выступления? Ждите, друзья, в сентябре. Буду вести подробный отчет, как я готовлюсь, какие трудности, что ем. Вообще, буду пытаться каждый день транслировать Special for you. Куда поехал? Вроде да. Вроде правильно показывает. Ребят, а теперь музончик послушайте. Насыпаем, да? Что нужно от жизни брать все каждый день, понимаете? Не ждать чего-то, что будет круто потом. Сейчас надо жить. Поехали. Саша Невский выступает. Камеру на меня. Саша changes took place first. You do it unconsciously. You make no changes.
Thank you.